Благотворительный вечер и аукцион, посвященный борьбе со СПИДом, провела в Милане поп-звезда Джанет Джексон. На мероприятии также присутствовали певец Кенни Вест, американская актриса Рэйчел Билсон и танцовщица Дита фон Тиз. Вырученные денежные средства поступят в Американский фонд исследования СПИДа. Цель мероприятия в том, чтобы собрать денежные средства для исследований, цель которых – остановить эту эпидемию. И еще это хорошая возможность повысить осведомленность общественности о СПИДе, поскольку из заголовков новостей эта тема почти исчезла. Благотворительный вечер также поддержали своим присутствием дизайнер-модельер Донателло Версачи и супермодель Линда Евангелиста. В этот вечер мы все вместе боремся за одну идею. Мой первый импресарио умер от СПИДа. Это случилось в начале 80-х. Мы даже не знали, что это за болезнь, и нам было страшно. Мы видели, как он мучается. С тех пор еще много людей в индустрии моды скончалось от этой болезни. Роскошное платье от Versace не помешало Джанет Джексон удерживать внимание на основной цели мероприятия. Мы все очень благодарны за то, что вы открываете свои сердца. Вместе мы сможем воплотить нашу мечту и построить мир без СПИДа. Пожалуйста, наслаждайтесь этим особенным вечером и не прекращайте свою борьбу. На благотворительном аукционе велосипед Фенди ушел с молотка за 16 тысяч евро, а разноцветные ботинки Майкла Джексона, дизайнером которых был Джузеппе Занотти, продали за 10 тысяч евро.